По всему миру прошли протесты против казни в Саудовской Аравии шиитского проповедника Нимра ан-Нимра. Многотысячная демонстрация состоялась в столице самого королевства. В Бахрейне участники акции протеста несли портреты ан-Нимра. Полиция применила против них слезоточивый газ. В Индии сотни шиитов вышли на улицы Сринагара, столицы штата Джамму и Кашмир. Они выкрикивали лозунги с осуждением Саудовской Аравии и США. Казнь шиитского проповедника и еще 46 шиитов, осужденных за содействие терроризму, спровоцировала нападение на посольство и консульство Саудовской Аравии в Иране и ряде других стран. «Пробуждение нельзя подавить», — такой фразой отреагировал в соцсетях на казнь шиитов духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Несколько десятков человек пикетировали посольство Саудовской Аравии в Лондоне. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Федерико Могерини заявила, что эта казнь может привести к дальнейшему разжиганию межрелигиозной напряженности, уже нанесшей столько ущерба всему региону с опасными последствиями.